Мои новые питомцы. Маленькие рыбки для наноаквариума микроразбора «Галактика». Приобрела 17 октября 2017 года 15 самок и 5 самцов, половозрелых. Растений пока еще маловато, будем добавлять новых. Но рыбки освоились, ведут себя хорошо. Самцы активно ухаживают за самочками. Рыбка шустрая. Тяжело сфотографировать, поэтому пытаюсь поймать на видеокамеру, чтобы передать красоту плавничков и окраса. Аквариум 60 литров. Хотела сначала подсадить рыбок к моим креветкам неокардинам, но потом почитала информацию в интернете и передумала. Пишут, что маленьких креветок может съесть эта рыбка, а креветки могут съесть икру, икромечущая рыбка микроразбора «Галактика». Поэтому пока пускай живут 20 штучек в этом аквариуме. Планировалось сначала приобрести 30, но для этих 60 литров, на мой взгляд, даже 20 им как-то тесновато здесь. Надо вот поэтому добавить растения, чтобы было куда прятаться друг от дружки при выяснении отношений между самцами. Кормлю пока и заморозкой, и сухими тетровскими и серовскими кормами. Рыбка не крупная, корм должен быть очень-очень маленький. Надеюсь, что им у меня понравится и появятся малечки. Когда рыбка обживется, планирую отсадить парочку на нерест, попробовать нерестить малька в отдельном аквариуме. Веселые неугомонные рыбешки. Тяжело попасть, поймать фокус. Яркие красивые плавнички у самца, красные в черную полоску. Спинка голубовато-серебристая в точечках. Самочки более светлые, с оранжевыми плавничками. Не знаю, как это будет видно или не видно на камере. Досажу травки. Сниму продолжение про моих нанорыбок. На сегодня пока на этом все.